вот, ребят, приехали мы на... А, пошли. Я вообще имею. Вот, на следующую избушку сейчас обзор. Я вам буду показывать избушки, которые мне нравятся, в которых я сам могу остановиться и переночевать. У нас много изб, все не покажешь. Ну, можно все, конечно, показывать. Но просто не вижу смысла. Показываю самые авторитетные, как говорится. Которых вот... Это вот, вот этого я еще не видел, вот эти ступеньки. Ну, шикарно, вы сами посмотрите, сколько труда вложено. И уже видно не первая свежесть, давно я здесь не был. Вот она, сама избушечка. Сосновый бор тут, в принципе, по большому счету, как в парке. Гуляй, не хочу. Ягодка есть. Вот, беседочку сделали. Здесь что-то это, все как было. Вот, взялись за нее по-серьезному. Сейчас покажу вокруг. Вот банька, я так понимаю. Вот, видите, они завесили окно. Говорят, сейчас Ванька смотрит за этим. Ну, не знаю. Я как бы в эти дела не лезу. Туалетик вон там. Да. Вот, видите, опять. Баня закрыта. Наглухо закрыта. Баня это чисто личная получается, видите? Здесь тоже закрыто. И здесь закрыто. Вот эту пристройку я не помню. Изба есть, обсушился, обогрелся, все, покушал, обсох. Да, правильно Санька говорит. Яйца, говорит, в речке помоете. Сейчас я просто по-разному к этому относится. Раньше избы никогда не закрывались, ничего не закрывалось. Тут тоже люди пьют, да? Ну да. Каждый отдыхает, как он хочет сейчас. Вон телефончик тут. Херак ответил. Здравствуйте. Вова на связи, Саша. Вот собачек сделано. Будочка. Тоже. Все, по-моему, собачонка поддувает. Все страшно. А, вот здесь вот такой засов. Ну, не буду я уже это все разбирать. Да, да. Там нары по бокам, обыкновенное расположение. Постельное белье есть. Нам ночевать здесь не надо, поэтому сильно не будем ничего трогать. Просто чисто обзор вот избушечки. Тоже изба хорошая. За ней смотрят, видно, ухоженное все. Ну, давайте, счастливо.